Это ты не я. Россия наша гордость. Твоя и моя. Новое время, новый формат. Непривычно скромно отмечают в этом году день сразу трех городов. О непростом, но очень важном решении сообщил в своих социальных сетях глава Пушкинского Максим Красноцветов. В этом году мы проведем Дни городов в новом формате. Откажемся от масштабных празднований. Сейчас мы не вправе устраивать шумные концерты и фейерверки. В это непростое время призываю быть едиными, как никогда ранее. Только вместе, поддерживая и помогая тем, кто нуждается, мы приблизим долгожданную победу. Тогда уже и праздновать будем широко, дружно и ярко. Реконструкция школ, обновление больницы, расширение Ярославского шоссе, благоустройство парков и скверов – все перечисленное обсудили сегодня в Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева в рамках празднования Дня городов. Глава округа Максим Красноцветов рассказал о том, что было сделано, и обозначил цели на будущее. Наверное, самое видимое направление, конечно, это благоустройство наших городских территорий, наших городов. Это несколько проектов, которые есть в каждой территории, несколько значимых проектов. Это Банный лес в Красноармейске, лесопарк Северный, это парк в Ивантеевке, вторая часть. Все эти проекты, некоторые переходящие на 2025 год, которые мы завершим в 2025 году, некоторые мы завершим, практически завершим к концу этого года. Но я бы, наверное, отметил тот факт, что это, безусловно, видимая часть. Глава округа Максим Красноцветов, депутат Московской областной думы Михаил Ждан и председатель местного совета депутатов Артем Садула поздравили жителей, работающих на благо Пушкинского, и вручили им почетные грамоты и благодарственные письма. Отдельно прозвучали слова благодарности губернатору региона за участие в жизни округа. Хочется сказать слова благодарности губернатору Московской области Андрею Воробьеву за личное участие в действительно важных проектах, которые реализуются на территории городского округа. Три школы вышли из капитального ремонта, построена еще одна новая школа на 550 мест, хорошая, большая школа, очень интересный проект. И все это, конечно, благодаря личному участию Андрея Юрьевича. Округ с каждым годом становится все современнее и краше, а это возможно только при совместной работе всех органов власти. В этом году у нас кардинально поменялась работа депутатов в плане взаимодействия с администрацией нашего округа. У нас появилось взаимопонимание, появился конструктив, и начали работать совсем по-другому. У нас намечены большие цели, это и дороги, и медицина, и реконструкция, и строительство школ. Считаю, что это все непременно исполнится, как и в этом году, и округ также будет двигаться уверенно, положительно вверх. Напомним, в этом году от традиционного празднования Дня городов в муниципалитете решили отказаться. Для жителей округа в парках будут организованы патриотические познавательные мероприятия, а для любителей искусства состоится Пушкинский театральный фестиваль 2024. Клиновск, Александр Корнеев, Сергей Денисов, Олег Устинов. Новости Большого округа.